Всем привет-привет! С вами счастливые люди. Ну вот и дошел черед до нашего лука. Лук будем сажать парей. Тоже для нас диковинка. Первый раз сажаем. Поэтому будет видео не мастер-класс, а наш эксперимент. Эксперимент. Значит, также послушали, посмотрели умных людей в интернете. И будем сажать в импровизированную улитку с того, что есть, нашли вот такое. У нас тут все. Будем как-нибудь собирать все в кучу. Думаю, что-нибудь должно получиться. Что нам для этого нужно? Естественно, лист, на чем будем мы это дело крутить. Значит, резиночка, чем будем зажимать. Салфеточки. На чем будем все это дело замачивать. В груши у нас с вами водичка с эпином. Салфеточкой, как всегда, промакиваем. И потом будем выкладывать с вами, к сожалению, не помню, через какой, ну, примерно буду через 2 пальчика, через 3 сам лук выкладывать. Этот парей, наверное, это будет сантиметр, может, где-то 1,5. Ну, плюс-минус, сами смотрите точную информацию. Поэтому, ну, поехали работать. Так, ну, вот так вот, на таком расстоянии у нас получается. Вот так мы ее уже заворачиваем, скручиваем в улиточку. Сейчас доделаю ее до конца и замотаю, поставлю в пакет, дней на 5, наверное. Ну, буду посматривать, когда она бухнет. Нужно поставить в тепло, самое главное, чего у нас пока нету. Ну, будем ждать, когда у нас что-то проклюнется, а потом уже будем засыпать землей, но это уже будет позже. Да, еще забыла сказать, главное, по видео я поняла о том, что нужно брать ранние сорта, крупные самые и ранние сорта, чтобы у нас на Урале что-то здесь выросло. Еще какие? А, значит, еще самое главное сказала, вот в этой улитке мы с вами сейчас прорастим, потом землей засыпем и будем до конца здесь уже проращивать до тех времен, когда нам нужно будет высадить парники. Но там еще есть какая-то прям сложная технология, подстригать, отстригать что-то нужно будет. Но мы будем это с вами учиться позже делать. Потому что сами еще до конца не поняли. Так, ну вот такой у нас тут рулончик получился. Тут маленько их видно. Сейчас упаковываем все это в мешочек. И в теплое место отправляем, в моем случае, наверное, все-таки на батарею попробовать. И будем проверять на схожесть. И будем не забывать опрыскивать, если бумажек наша внутри будет, значит, как его, подсыхать. Вот, слово забыл. Ну вот, все,